Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 10 августа, вечер, вы на канале Сад Надежды. Хочу я вам на этом кусте Марии Антуанетты показать, как я делаю обрезку розы в августе. Да, как вы знаете, я не обрезаю розы после 20 июля, вот я вам уже говорила, но сейчас я объясню, что вообще можно срезать у этой розы и как делаю я. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь несколько вот таких моментов, на которые я бы хотела обратить внимание. Итак, у нас вчера был очень сильный дождь, вот, и как вы видите, вот некоторые бутоны, вот, они сломались. Вот таким вот образом, то есть цветок висит безжизненно совершенно. Вот, конечно, я такому цветку процвести уже, ну, не даю, вот, и его необходимо обрезать. Значит, я срезаю прям непосредственно вот этот цветок. Вот, сейчас я его ведерочко уберу. Да, одной рукой просто не очень удобно. Следующее, что, друзья, мы здесь видим? Мы здесь видим, что здесь есть цветочки. Вернее, отцветшие головки. Посмотрите, они совершенно зеленые. Вот, видно здесь. Вот это я трогать не буду сейчас. И вот рядом, посмотрите, вот этот вот уже отцветший бутончик, он серый уже, да, отцветший, сухой. И он покрывается здесь сухой корочкой. И вот эта вот сухая корочка, вот здесь, если можно видеть, она может заплесневеть. То есть вот смотрите, здесь я срежу непосредственно вот эту вот сухую, головку. Ее срезать можно, ничего страшного здесь не будет. Вот, чтобы она не загнивала, не пошло гниение дальше. То есть вот эту вот сухоту и вид не портила, чтобы я просто отрезаю. Вот это я трогать не буду, потому что она еще зеленая, да? Дальше смотрим. Вот здесь я освобождаю зеленые вот эти головки от лепестков, от сухих. И ничего не трогаю, потому что здесь еще вот этот сам стебелек, он зеленый. Вот этот вот, сейчас сфокусирую камеру. Вот этот вот стебелек зеленый, я его не трогаю, друзья. А вот этот вот, посмотрите, вот уже тут пошло. Вот серый какой-то налет. Вот это я тоже могу обрезать. Да, вот тут, видите, само снялось. Вот это тоже я сейчас обрежу, друзья. Вот. Ну и вот у таких лепесточков лепесточки можно снять. И ждем, когда будет у нас либо коричневым станет головка, вот как здесь у розочки, да, либо даем розочке вызреть и мы ее очищаем. Сейчас вот я покажу, что от этого куста осталось. Ну вот, друзья, все, что зеленое еще, я не трогаю. Здесь все, что было сухое, я срезала. И лепесточки, которые были коричневые, я оборвала, чтобы они розу не перегружали и не падали, не гнили на стебельках. Вот такая моя обрезка в августе, если это можно назвать обрезкой. Всем всего доброго и до свидания.